Детский смех, стихи, песни, украшенные новогодние елки. Все то, за что мы так любим домашние праздники. Только людей собралось значительно больше. В преддверии всеми любимого праздника чествовали победителей и участников конкурса «Семья года», проводящегося с 2009 года. В четырех номинациях участвовали 29 семей. Победителям вручил подарочные сертификаты губернатор Сергей Мороз. Посмотрите друг на друга. Посмотрите просто на себя. И вы увидите о том, что вы действительно счастливые люди, что вы действительно с гордостью можете в любом уголке мира, в любом уголке нашей страны с гордостью произносить: «Я гражданин России». Семьи бывают разные, большие и малые, но всем им одинаково хочется быть счастливыми. Марина Мирзахалова в одиночку воспитывает 8-летнего сына, страдающего от детского церебрального паралича. Мама успевает еще получать второе – медицинское образование и активно участвовать в общественной жизни. Это пример всем, кто сразу стремится поставить крест на особенных детках. В этом году Мирзахалова победили в номинации «Преодоление», в которой чествуют семьи, растящие ребят с ограниченными возможностями здоровья. Живем мы вдвоем. Учимся. Пинер ходит в школу, Пинер ходит в садик. Сейчас он поступил в первый класс. Ну, специализированная школа. И как бы, в принципе, все неплохо. Я рада, что у меня такой ребенок. Я его очень люблю. И как бы его обижать тоже никому не позволю. В следующем году перечень номинаций конкурса планируется расширить. В него войдут призы за лучшую мать и лучшего отца, а также за многопоколенческую семью. Ну а в завершении праздника все дети получили по мягкой игрушке от губернатора в честь наступающего Нового года. Егор Титов, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.